Всем добра, с вами я, Александр, это канал Alex's Reaction. И сегодня мы посмотрим видео, на самом деле, не Ярослав Дронов, не Шаман, а исполняет сегодня у нас Филатов и Кэрос. Мимо меня, очень интересная композиция, я думаю, что вам тоже она понравится, она мне тоже действительно нравится. Она довольно-таки добрая, позитивная, есть о чем немножечко задуматься, да, она не с глубоким, скажем таки, сюжетом, да, не с глубокой мыслью, все на поверхности, но немножечко все-таки подумать нужно в ней, и поэтому она мне очень довольно-таки нравится. И она уже как исполнилась, наверное, месяца два, и я периодически эту группу слушаю, ну так, чуть-чуть поверхностно, чуть-чуть слушаю немножко. Но прям, чтобы заслушиваться, нету. Вот, но вот эта композиция все-таки меня чем-то зацепила. И я думаю, знаю чем. Поэтому я поделюсь, чем она меня зацепила, ну и, соответственно, мы приступаем слушать, чтобы тоже ваше мнение услышать и ваши комментарии, соответственно, мне почитать, что вы вообще думаете в целом об этой композиции и вообще в целом думаете о всем происходящем. Поэтому делитесь своими мыслями, ну а мы приступаем, слушаем. День прошел и уходит ночь, как мечты твоих улетают прочь, как надежды тают на ветру к утру. Тает лед и трава взойдет, пожелтеет все и опять сойдет. Стаи птиц шалих проносится мимо. Все это мимо, 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 мимо меня. День за днем я вижу, как на небе тает заря. Все пролетает мимо, 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 мимо меня, мимо меня. Вот такое вот замечательное исполнение этой композиции. Насколько оно вам понравилось, судить, конечно же, вам. Мне оно действительно нравится, почему сегодня оно и попало на разбор в Alex's Reaction. И давайте мы сегодня ее немножко разберем все-таки. Что все-таки в ней исполнялось, потому что когда первый раз слушаешь, возможно, таки не все понятно. Значит, что у нас происходит? У нас поется песня, мы не будем... Ну, частично за день, наверное, все-таки припевы, да, но самое интересное, все-таки в куплетах таится вся... Вот эта раскрывашка, которую нужно посмотреть и которую нужно прочувствовать. Поется. День прошел и уходит ночь, как мечты двоих улетают прочь, как надежды тают
на ветру к утру. Тает лед, и трава зайдет, пожелтеет все, и опять сойдет стая синих птиц, шальных проносится мимо. Не знаю, почему синих, но я спел синих, хотя просто там стая птиц шальных проносится мимо. А, смотрите, давайте разберем вот это. День прошел и уходит ночь. Это означает тем, что день за днем то же самое, все повторяется. Уходят дни, мы живем, уходят дни. Также у нас, как и мечты двоих улетают прочь, двое человек мечтают о чем-то и живут каждый день одной и той же жизнью, ну изо дня в день, да, допустим, мы находимся постоянно дома. Работа, дом, семья и все такое прочее. И эти обыденные дни, они у нас зацикливаются, и так проходит целая жизнь. К чему же призывает нас все-таки действовать, как надежды тают на ветру к утру? То есть мы надеемся на что-то, что каждый день он будет новый. Что-то будет в нем новое, и вот эта зацикленность времени, оно разорвется, и будет что-то новый день, будет новое что-то интересное. Но на самом деле все происходит то же самое. Следующий день происходит такой же серый, такой же обыденный, как и предыдущие все дни, как предыдущие вот эти все дни нашей жизни. И это не разорвать, это цикл, который вот он по кругу идет и идет. Пожелтеет все и опять сойдет, стаи птиц шальных проносится мимо. Итак, изначально день прошел, уходит ночь, проходят дни, проходят месяца, проходят годы. Мы надеемся на лучшее, но лучшего ничего не происходит. Мы живем одной и той же жизнью каждый день. Никакой новизны, ничего. И почему припев поется все это мимо, 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 мимо меня, и день за днем я вижу, как на небе тает заря, все пролетает мимо, мимо, мимо меня, меня. Замедлите время. Просьба о замедлении времени, чтобы это все так быстро не пролетало, потому что жизнь очень скоротечна, очень быстро пролетает, и здесь просится как раз в припеве, чтобы все это остановилось, замедлилось как минимум, и чтобы не так это все быстро пролетало. Далее, давайте также приступим, тоже прослушаем опять-таки куплет. Припев, это понятное дело, все уже, наверное, за столько раз, как он повторялся, вы уже много раз его услышали, поэтому так вот. Я могу, конечно, более мелодично напеть, особенно когда это, если будет композиция звучать, да, подпеть, нежели чем просто сейчас словами своими сказать. Ну и вот здесь вот давайте все-таки. Ничего не вернут назад, ни красивый шест, ни случайный взгляд, только заново начать, что тоже не вечно. Сколько мимо людей прошло, с кем-то не судьба, с кем-то повезло сотни тысяч раз, и только один лишь шанс. И припев опять-таки. Кого-то вы встречали, но... Вот даже... Нет, давайте немножко с самого начала. Ничего не вернуть назад, ни красивый жест, ни случайный взгляд. Если это что-то прошло, даже какая-то маленькая деталька, которая... Хотели бы вы ее вернуть назад, допустим, какой-то день был немножко скрашен, кого-то вы встретили, кто-то вам улыбнулся, кто-то вам что-то приятное сказал. На следующий день вы это не сможете вернуть. То есть, если вы не встретите этого человека, если не сможете с ним общаться, то на следующий день будет опять обыденный серый день. То есть, вернуть какие-то даже маленькие вот эти моменты жизни вы их не можете. Не можете их остановить, не можете их вернуть. Поэтому... Здесь и поется, что вернуть ничего нельзя назад. Только заново начать, что тоже не вечно. Возможно, вы можете опять-таки встретить этого человека завтра же, пообщаться еще раз с ним. Но опять же таки, это время опять пройдет, и, соответственно, это вечно не будет. К чему говорится, любые вот эти мелочи, их можно начать все сначала, но они не вечно. Они опять пройдут, и опять будут серые дни, и так далее, и так далее. Сколько мимо людей прошло, с кем-то не судьба, с кем-то повезло сотни тысяч раз, и только один лишь шанс. И только один шанс. Вы встречали много людей на своей дороге, встречали много людей в своей жизни. Это могут быть коллеги по работе, могут быть какие-то случайные знакомые, там коллеги, коллег и так далее. Неважно. Встречали вы разных людей, соответственно, где-то вы просто общались, расходились и больше не встречались. Где-то с кем-то повезло, вроде как нашлись какие-то большие интересы,
И, соответственно, вы продолжаете встречаться, возможно, продолжаете общаться. И поэтому-то это один лишь шанс. Опять же таки, если вы когда-то встретились с кем-то, и если вы с ним не познакомились, да, а вам хотелось это сделать, то вы этот шанс, возможно, только один лишь шанс, вы могли его упустить, и более вы не сможете ничего вернуть назад. Поэтому, если вам кто-то очень сильно нравится, соответственно, приступайте, делайте все, что возможно, чтобы как-никак с этим человеком познакомиться, потому что потом в следующий раз уже, возможно, это не получится у вас. Поэтому не упускайте свои шансы, пускай вы попробуйте попытку, допустим, познакомиться с красивой девушкой, познакомиться с красивым парнем, как-то намекнуть об этом, вот, чтобы пригласил он вас на свидание. Нежели чем потом вы будете в свое время, возможно, таки всю свою жизнь жалеть, что вы этого не сделали. Конечно, тут можно о жизни говорить многое, возможно, вы потом пожалеете, что, наоборот, познакомились, такое тоже может быть, поэтому голова у вас на плечах, всегда можно, если что, сказать все, до свидания, и нам не по пути, то есть как бы так вот. Поэтому смотрите сами, решайте сами. Но вернуть назад вы уже потом ничего не сможете. Вы только будете думать, что зря я этого, возможно, таки не сделал, когда это был у меня шанс. Вот как-то вот так вот. Вроде как песня и простая, и все мимо меня, да, поется в ней, но здесь очень довольно-таки много смысла о том, что нужно действовать, о том, что нужно путешествовать. И вот эти бесконечные, вот эти всяческие разные, вот эти виды природы, города и все такое прочее, это шикарная подборка просто кадров, и я просто наслаждаюсь, кайфую, когда смотрю вот это все, и я понимаю, как я, блин, жалко, что я вот именно вот там не был, вот там не был. Да я действительно практически нигде не был, да, можно сказать, вот из того, что там показывали, я нигде не был. И я вот теперь жалею, что я живу вот этой жизнью, да, обыденной, вроде мне все устраивает, все классно. Но я ничего по факту не видел, я нигде не бывал, я ничего не попробовал. Вот эти вкусности блюда, которые национальные, которые там готовятся в разных странах, которые можно попробовать, что-то, товарищи гурманы, вы все поймете меня, где-то что-то попробовать, где-то что-то увидеть, природу увидеть, какие-то построения, города какие-то очень интересные, везде отправиться в путешествие. Это классно, это, блин, это зовет природа, это зовет все вот это... нас, чтобы мы на это все смотрели. Но мы сидим дома на привычных любимых стульях, диванах, и нас это устраивает, когда столько много интересного во всем мире, на самом деле. Вот. И это все пролетает мимо нас, и мы стареем с каждым годом. И вернуть молодость, вернуть назад что-то, и потом, когда мы уже станем старые, мы скажем, блин, что мы видели, кроме нашего любимого дорогого стула, на котором мы сидели, любимого дорогого дивана и работы. И это грусть, на самом деле, поэтому берите, возможность есть, копите деньги, путешествуйте, делитесь впечатлениями, заряжайтесь позитивом, вот, как-то так вот. Призывает эта композиция, призывает эта песня, поэтому можете всегда загуглить слова к этой композиции Филатов и Кэрос «Мимо меня». Я думаю, что вы их найдете и перепрочитаете, и перепропоете, и я думаю, что все встанет на свои места, и я вроде бы все вам уже доходчиво рассказал. Не буду затягивать это видео, мне нравится композиция, поэтому она сегодня на разборе, и немножко смысла я вам тоже передал, что я думаю об этой композиции. Если вы что-то тоже для себя что-то новое открыли, тоже пишите, что вы думаете про эту композицию в целом, нравится она вам, не нравится, понравилась, не понравилась, да? И в то же время, возможно, я какие-то эти моменты какие-то пропустил, и, соответственно, вы их сейчас допишите мне, я прочту, скажу, да, действительно, вы здесь были правы, я вот про это даже и не подумал. Поэтому, если вы что-то обнаружили в этой песне, то, что я не сказал, пишите. На сегодня это все, вам все-таки встать со своих стульев, встать со своего дивана, куда-то отправиться хотя бы недалеко, какое-то путешествие, тем более, что лето, и скоро будет целое лето впереди, действительно, а еще май впереди, поэтому все к тому и склоняется, что можно все-таки куда-то отправиться, можно что-то куда-то успеть накопить денежку и, соответственно, куда-то рвануть с друзьями, либо одному, с семьей, неважно. Главное, не сидите дома, не просиживайте всю свою жизнь на одном стуле, на одном диване и на одной и той же работе. Ну, работа, ладно, понятное дело, но домашнюю обстановку вы можете изменить и куда-то все-таки отправиться. Поэтому так вот. На сегодня все, теперь уже точно. Жду ваших комментариев, делитесь. Всем до встречи, увидимся очень скоро. Всем пока-пока.